Всем доброе утро. Оксана, одеваемся хорошенько, заплетаться будем сейчас. А куда идете? Никуда, просто гулять будете сейчас. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Мы встали уже давненько, но вот решила записать только сейчас. Почему-то Катя лежит, смеется. Хотела рассказать, что вчера у нас произошло. Вчера вот мы сделали примерку, все вот это, одежда, да. И потом больше я ничего такого не записывала. Ну, только записала то, что я второй раз ходила в магазин и купила колготки детям. И все. Вечером Света решила сесть порисовать. Когда она достала свой набор, она заплакала. Почему? Потому что маленькие ребята, в числе Маши, Кати, Окси, Марины, Вани, испортили ей этот набор. Они просто его весь изломали, изрисовали. Это вообще. Света очень сильно плакала. На что я ей сказала: Света, давай сядем и закажем другой. Вчера мы ей заказали другой набор, который она уже сама выбрала и ей понравился. Там 150 предметов будет, намного больше, чем в этом наборе. Она вчера очень сильно плакала, и Оля с Германией, мы как раз с ней переписывались, я говорю, вот так-то, она говорит: Настя, успокой, как-то успокоила ее, она очень много написала хорошего, чтобы Света успокоилась, за что очень спасибо. Это на видео я записывать даже не стала, потому что, ну, некрасиво, когда ребенок плачет, это вообще. Я вчера, конечно, тоже расстроилась, но помимо этого у меня дети вчера еще одно натворили дело. У меня здесь на столе стоял компьютер, и когда я села вечером, думаю, ну сейчас смонтирую, да что. Сижу, ну сыро вытерла раз, опять сыро стало. Я второй раз вытерла стол. Блин, ну опять сыро, откуда вода берется, питья ничего нету на столе. Я поднимаю клавиатуру, а с нее все текет. Как они что налили туда, они все спирают разом. Ваня налил. Ваня виноват, но не старшие. Это вообще ужас. Это вот они все натворили, пока мы ездили в город. Вот поэтому я стараюсь надолго вообще из города, из дома не уезжать. Потому что они у меня что-нибудь да натворят. Я теперь осталась без клавиатуры. У меня даже запасной никакой нет, потому что у нас все сломались. Это надо ехать в город и покупать клавиатуру. Потом уже вечером смонтировала, конечно, на другом компьютере, но факт то, что вот. Вот такие вот они у меня дети шкодные. Мне многие как-то писали, когда я дешевую клавиатуру купили, мне многие писали: Настя, почему такую дешевую взяла, она же по качеству не очень. Да потому что вот такие вот дети. Они нашкодят, а потом жалко же будет дорогой. Поэтому я беру рублей за 200, за 300 клавиатуру. Самую дешевую. Вот такой вот вчера у нас вечер был. Я себе навела кофе и сейчас попью. Тут у меня половинка булочки есть с изюмом. Попью кофе. Не знаю, спрошу папу, что он там будем дальше делать. Ваня, ты штаны сегодня будешь одевать, нет? Или так и будешь в плавочках бегать? Да, ты, Ваня у нас в плавочках бегает. Он не хочет штаны одевать. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, всем желаю хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. Ну, а мы начинаем дальше продолжать ремонт. Продолжаем дальше ремонт. Здесь все освободили. Сейчас папа будет этот шифонер передвигать сюда, чтобы вот здесь вот клеить нам обои. И здесь также все поубирали, все, что можно, кроватку, все это сейчас будет выносить потихоньку. Диван, что у нас в зале стоял, мы его выкидываем на помойку. Начинаем жизнь заново. Пока у нас Ваня спит, мы с папой пошли покупать краску для того, чтобы покрасить печки. Печки мы решили не заклеивать, а закрасить в нашей комнате. А у мальчиков, наверное, все-таки заклеим, да? Потому что получается вся стена такая, ну, там видно будет. Ладно, идем в магазин, купим краску, домой придем, все покажу, все, что купили. Так, ну-ка, тихо. Сходила в магазин, ребята, уже. Купила детям вот такую вот печенье, целую коробку. Оно по цене 159 рублей за килограмм. Дальше что купила? Машенька, на вот это сейчас в морозилку убери.
масло сливочное, большой кусок за 59 рублей. Морозилку на Сидоча. Потом взяла майонез. Также здесь купила виноград, нектарины, персики, короче говоря. Спички здесь взяла и мыло хозяйственное, это полосы. Чистить сегодня девочки уже почистили. Так, дальше что мы купили? Помидоры пакет. И пакет с картошкой взяли тоже. Такая вот картошка хорошая. Дальше взяли мы томатную пасту. Оксенька, подожди, пока там не трогай, доченька. Здесь у нас что? Рыбу соленую взяли, потом купаты взяли. И наггинсы, Светик пожарит. И также мы взяли... Так, вот эту вот сначала покажу. Морилка дуб. Это мы будем комод наш красить. Чтобы он... У нас старый комод. Мы его выкидывать не хотим. Но он потому что качество суперское. Дальше взяли вот такую моющуюся краску. Я буду ей красить косяки, двери, печку. Вот где возможно белым. Вы прекрасно видели, что у нас косяки все темные. Зеленые или синие, или еще какие-нибудь. И также купила еще ведро мастики. Вот такие вот в целом у нас покупки. Нам из дома пришлось компьютер все сюда перенести. На летнюю кухню. Вот так вот сейчас у нас оно здесь. Так, а здесь у нас спит моя зайка. Спит мое солнышко на летней кухне. Ладно, идем работать дальше. Очень сильно устали сегодня уже. Но работы еще много. Сейчас пойду переоденусь. И будем дальше работать. Света красит окно. Света, ты сами окна, да, замарала? Скотч. А, ты скотч там сделал. Ну, это ты молодец, умничка. Сейчас покажу, что Светик делает. Света на улице красит краской окно. Вот уже она тут по краешку, молодец, скотч наклеила. Я уж испугалась, думала, ты окно закрасила. А тебе, может, кисточку побольше надо? Нет. Нет, тебе это и удобно? А потом сверху, да, будешь красить? А, ну Егорка. А Егорка сейчас комод еще будет цвета маску одела. Сейчас помахай с ним, привет. Скажи, некогда мне, да? Так, сейчас покажу, какой она краской делает. Вот такая вот у нас краска. Так, девочки, тихо, Ваня там спит. Я уже сегодня постиралась, развесила белье. Вот ей получается здесь надо все закрасить. И вот с этой стороны мы тоже это закрасим. Все белым будет у нас. Так что вот как-то так. Тут у нас окна уже все хорошо, там папа ходит в окнах. Здесь еще стройматериал муж не убирал, потом будет пока на ремонт доделать, а это уже успеется, потом уберется. Белье тут висит у меня, сегодня стиралось все уже. Катя, убирай. Сухое, нет? Да. Ага. Ну, остальное потом будем, пока не до этого. Ну, Светик, умничка, красиво делаешь. Потом можно будет и часть дома, да, покрасить. Но сначала окна нам надо выкрасить красиво, чтобы были. Так ты на лесенку вставай. Или табуретку принеси себе. Маленький стульчик. Неудобно на нем? Ну ладно, пусть красит. Я пошла переодеваться. А, еще хотела показать, какой сегодня палас постирали. Вот эту вот девочку сегодня палас постирали. Но его еще не ополаскивали. Потом я еще ополосну его. И еще паласы не стирали. Вот здесь вот на горке лежит. Вот этот вот палас, они уже постирали, его надо обмыть и повесить на забор. Потом вот тот будем стирать палас. И вот этот вот еще будем стирать палас. Тоже. Да? Ко мне? И к тебе, и к папе. Зачем? Я не знаю. Я хотела, чтобы вышла с мамой в магазин. Что за тетенька? Знаю я ее. Была она когда-то? Не знаю. А, ну понятно. Они придут, сказали или нет? Ну ладно. У Фили это есть бабушка, это скорее всего ее дочь. Надя? А другая это? Ну. А. Ну придут, так придут. А что они хотели? Вообще ничего не сказали. Надо было спросить. Покажи, какая у тебя маска. Вот такая, ребята, у нее маска с клапаном. Мы заказывали в Валберес. Да? А я откуда знаю? Волосы заплети, чтобы котяне у тебя не телепали. А чего Марина рука синяя? Чего она у нее изрисовалась, ей локоть? Художники сегодня рисовались. Да я знаю, что в красках. Ладно, пошли мы дальше работать.
Так, дорогие друзья, клеим даже мы с мужем обои. Вот так вот получается. Мне нравится расцветка, так что вот принимайте такую расцветку, как мне нравится. И мы еще кое-что натворили. Помните наш комод? Мы его закрасили, потому что в этой комнате будут светлые обои, и мы его вот так вот закрасили. Мне кажется, нормально будет. Сейчас он стоит, сохнет. Так, ребята, у меня муж дома закрашивает печку. Мы надышались этой морилки. Все ходим как обкумаренные. Ну, не все, взрослые в основном. И это я пока он там закрашивает печку, я сейчас пожарю наггетсы и макарошки отварю. Да? Салат будем делать? Да. Все, и салат будем делать. Вот так вот. А, еще эти. Как они называются-то? Купаты. Купаты еще пожарю. Все, у меня голова уже не варит. Морилки все надышались. Егорка виноград кушает. А что у тебя вода текет? Так она же дуршлаг. Скажи всем привет. Нет. Да ты же новый... А, кстати, ты читал комментарии? Нет. Там вообще сказали лайки за тебя, Егорка, красавец, всякое такое. А, Егорка помыл виноград. Он не хочет показываться, поэтому уж извините. Да. Ну, это убирай туда. А это тоже помыл? Нет. Так это убери пока в холодильник, это на потом, Егора. Да, Нема. А это не мытый. А, не надо, не мытый. Потом будут какие-нибудь кишечные палочки. Тебе не надо? Зачем ты вилку взяла? Да вон Свете виноград дать. Поставь телефон. Да. Сколько поешь, столько поешь. Надо было больше винограда взять. Что-то я только пакетик полный взяла. Ребят, сладкий виноград. Сегодня, пока мы с папой ходили за краской, да что? В магазин. Приходили, говорит, две какие-то женщины. Одна, не знаю, одна, что. Одна. Одна женщина приходила? Я не знаю, что за женщина. Снимай. Угу. Я тебя не снимаю, я себя снимаю. Егорка не хочет сниматься, поэтому извините. Виноград сладкий. Ты не заговорила. Ладно, буду кушать, готовить, потом все вам покажу. Так, дорогие друзья, нажарила уже наггетсы. Сейчас дам деткам с хлебушком кушать. И поставила жарить купаты. Еще вот три у меня не влезло купата. Потом пожарю и макарошки поставила тоже варить. Так, ребят, продолжаем работать. Света, скажи всем, помахай ручками. Мы со Светой вот эту стенку в зале, кстати, да, это мы в зале. Все обделываем. Старой краски, и тут даже рисунки, а, уже убрали рисунок, да, тут столько рисунков, да, вот тут сердечко у них еще, вон эти, их не детские, тут была куколка где-то, да, и вот потихоньку делаем все, все вычищаем, все выгребаем, сейчас покажу, что у меня в этой комнате получается, вот так вот. Тут еще осталось этот угол замазать, и вот здесь, возле печки, печку мы покрасили, ждем, когда обсохнет, потом уже замажем. Ой, заклеим дальше. И пока дальше со Светой работаем. Маш, кыш, отсюда тебе дышать нельзя. Кшти. На улицу. На улицу, доча. Давай, а мы будем работать. Там пока не делай, давай пока здесь свет. Вот до самого потолка. Хорошо? Все, работаем дальше, продолжаем. Пожелайте нам удачи. Так, все, дорогие друзья, отшкурили всю стенку. Время у нас уже много, поэтому на этом завершаем сегодняшний день и сегодняшний день. Если вам понравился этот влог, пишите ваши комментарии. Решила заснять себя, правда, чумазая, все пыльные. Но в целом, сегодня мы поклеили полностью нашу комнату. И собираем там, сейчас папа собирает с Егоркой койку там. Там будет, пока мы будем здесь ремонт делать, будут девочки там спать. А, стену эту отшкурили, там надо дальше еще отшкуривать, но это потом будем. Уже сейчас, потому что уже поздно, еще детей надо помыть и спать уложить. Сейчас койку дособирают, койки всем приготовлю и в баню пойдем. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, берегите свое здоровье. Всем пока-пока!